Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сегодня у нас на опыте бестопливный генератор и двигатель. То есть два в одном. То есть эта система, ребята, будет крутить. Это мотор вот на 200 ватт, 12 вольт. Он будет крутить самокат или велосипед и заряжать вот эту аккумуляторную батарею одновременно. То есть он и будет, при этом он будет, значит, давать движение транспортному средству и заряжать аккумуляторы. Это уже большой прорыв. При этом, ребята, смотрите, расход тока 0, а аккумулятор будет заряжаться. Плюс идет движение. Применяем 200 ватт мотор от электросамоката вот на постоянных магнитах. Аккумуляторная батарея автомобильная. Зарядное устройство 24 вольта. 1,47 ампер. Так. Дальше. Пожалуй, и все. Сейчас систему запустим и проверим, как она работает. На вот этом приборе вы увидите, забегают цифры зарядки аккумулятора, а также услышите гул мотора. Итак, систему запускаем. Запустили, ребята, сейчас включаем заряд аккумулятора, подключаем прибор. Как вы видите, идет зарядка. Одновременно движется мотор. Вот. Довольно, видите, довольно быстро идет зарядка. И довольно мощно движется мотор на полную. Доходит до 13 вольт почти на аккумуляторе. При этом, ребята, расхода тока нет. Значит, вот схема: аккумулятор параллельно соединен мотору, плюс вот это зарядное устройство. Как видите, оно вошло в импульс и мигает. При этом, ребята, расход системы 0. То есть стрелка дрожит вперед и назад. А сейчас я покажу схему этого устройства.